Вот эта встреча на финише. Вот это любовь у спортсмена. Очаровательные студентки. Спартакиада студентов, школьников. Гимназиада так. Гимназии, лицеи, университеты, все здесь. Елена Колос, также интересно. И Петро Яковлевич Сарафинюк. Да, прикольно. Ну, мы с этой позиции, я уже на ровере, велотур, велоэкскурсия. Тоже посмотрим по цене. Так, ненадолго так. Может, там еще пару забегов мы посмотрим. А вообще интересно, прикольно. Я не знал о ней. Ну и надо было, да, и активно получать. Лида Денисюк также. Почему не сообщили? Чтоб сообщили. Возможно, там кому-то и... Елена Владимировна, нет? Да, там парню не очень стало. Ну и так, да, здесь... Здравствуйте. Так активно здесь и бурно все. Красавица, конечно. Петро Яковлевич еще не заметили. Горишка. Без кепочки, а то обычно в кепочке судейской коллеги. Петро Яковлевич! Так, тут сразу и прыжки. Тёма взял, вот что-то девчонки сказали. Такой обзор у нас будет по ходу. Интересно. Беговые дисциплины. Сейчас готовится старт. 300 метров, что ли? Такая дистанция нестандартная. Так вот, только что был финиш, мы посмотрели. Мы сейчас посмотрим так же на Полинского. Тоже интересные спортсмены, участники смахания. Вот тут я совсем недавно бежал 100 метров, 15,1. Результат горишка. Потянул мышцы, аж прямо синие были. И приз вот такой, громада МХП. Это спонсоры спортивных змаганий. Тоже важно, интересно. Дан старт. Какой дистанции? Сейчас мы разберемся. Может, на полторашку. Ну да, это на длительную дистанцию. Так, интересно очень. Сейчас как раз у нас такая позиция. Ну, есть тут и бегуны, спортсмены. Досвеченные, так вижу, молодь. Ну и участников достаточно. Еще три кола, так? О! Да, это полторашка. Три кола, 3 по 400, 1200 и 300 метров полторашка. Ну, как раз мы и посмотрим за этой дистанцией очень внимательно, правда, вот вместе с этой очаровательной девушкой, участницей смагания. Так, второй круг. Остается два кола. Так, лидеры держатся, так, желтые, желто-блакитные, да, дуэт участников. Ну и третий, четвертый уже стали, по всей видимости, вряд ли так, по технике бега я уже оцениваю. А вот между лидерами, первым и вторым местом, еще борьба попереду. Ну и здесь, так, вижу, тоже в кроссовках уже форма не совсем легкоатлетическая, больше футболистов. Ну ничего, бегут, стараются, тоже молодцы. Понятно, пединститут, так Елена Колос тут представляет. И со всех учебных заведений, вот молодежь также здесь очень интересно. И лидеры. Сейчас идут на заключительный круг забег. Колокольчика не слышу. Это похоже на Антона Комаровского, нет? Точно? Антон пошел. Смотрите, откуда он взялся. Антоша. Молодец. И чуть расшатывает плечи. Но достанет, нет? Есть надежда всегда. Ну и тут растянулись уже участники забега. Правильно, есть возможность поучаствовать всем. И с Дюшор, и Инваспорт. Всем спортсменам Виничины также в области. Отличная тренировка. Соревновательная. На круг не сделали, так? По всей видимости, это уже пошло, пойдет. Сейчас финиш. Сейчас финиш уже.
прикрылось чего-то. Финиш, так? Да, додержал, дотянул лидер и первое место. И Антон Комаровский. Антоша, молодец! Какие красивые шиповки. Ну, видно, это да, секция с дюшор. Антоша, молодец! И финиш, финиш остальных участников. Есть, есть, да, кто тренируется. Олег Пригорницкий вот также здесь. Здесь также. И финиш, финиш. Олег, Олег Евгеньевич. Как выступил Антон наш Комаровский? Да ничего хорошего, Андрей. Прическа новая. А? Прическа новая. Да. Та важка була, тому що трохи травмований. Ага. Заднє стегно трохи подернув. Зараз хочу лікувати швидше. Какое время? Не знаю. Мені головне добігти було, саме головне, бо стегно трохи не відпустить. Шиповки красиві, нові. А ну покажи мені підошву, як вони зараз. А ну, да. Ух, тут на вентиляції, та ти що. Супер. Да. Клас. Ну, бажаємо успішних виступлень на будущее, так, на майбутнє. Той хлопець, який фінішував перший, він нормально. Віталій Ткачук звуть. Віталій Ткачук. Отлично. Да ви хороші всі. Да. Ладно. Готовится очередной старт, по всей видимости, эстафета такой массовый. Да, 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 это будет цикаво. Валера вызывает руки. Да, да, не мой выбор. Это уже будет интересно очень. Готовятся участники змагань. Краковецкий Андрей также здесь. Вот участники. Зрители, подписчики, также Горишка. Ну давайте сделаю отдельные уже сюжеты эстафетного бега. Это будет дуже цікавий захоплюще. А я ж прославим с тобой. Тільки бігай, виглядай по своїй дорожці. Ну, Саша, я. Я, понятно, я. 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 Я.